и мы вроде вернулись. Так, подожди, я скажу. Короче, по поводу того, что здесь было, мне кажется, это принципиальнее. Первую игру затащил Антивандалер. Вторую затащил Руфус, как видели. Из того, что было с Руфусом, блин, были очень напряженные файты и тот, и другой. Антивандал, вроде когда он забатил бурсты как бог, короче, там сделал все, чтобы победить, но Руф был сильнее в обоих играх. По поводу того, что шел 2015 год, стрим ЕФА, а провод отходил. Это раньше, первый раз. Как... Раньше было не по проводу. Раньше было 3G, короче, 4G. А теперь, короче, провод с инетом. Почему эта хрень происходит? Сейчас у нас люди пытаются там что-то выяснить. Потому что у нас как бы на сетапе стримерском все тихо, спокойно. Есть провода турнишинец, которые сейчас приклеили на миллиард скотча. Классный, паниш. Просто как бы улучшить ситуацию, не запороть ничего. Вот. И то есть как бы кабель не двигает, все нормально. Просто почему-то с НЛ происходит дерьмо. Пардон, французский. Будем пытаться что-то нарбудить, что-то делать. Не знаю, насходим в средний зал, куда СНЛ идет. То есть что-то, короче, не то. А, да. Я просто перевозбудился, короче, с этого на самом деле. Вообще такой фейл. Опять мощный ДП досты от Фауста. Это, между прочим, матчпоинт. Для Абуд? Да. Нет, это матчпоинт для Руфуса. Для Руфуса. Почему для Вандала должен? Нет, для Вандала еще нет. Для Вандала будет, если он выиграет раунд. Почему у тебя здесь стоит 1-1? А, ну да, пардон. Вот сейчас пишут, что заработало. Спецэффекты. О, капец! Камера. Здесь правильно, не фанки пишут. Фанки кейп. Я знаю. Да. О, слитно. Без земли. Да, я весь день так пишу. Я просто весь день через... Слушай, Волк, а мы можем зайти в средний зал, посмотреть, что там с проводом? Может, там кому-то лицо разбить, чтобы все было хорошо? Типа, он там протянут поле над дверью. Короче, хитрым путем, я не думаю, что это могли сделать. Но вчера его упихивали туда, не старайте. Ну окей. Так, тем временем у нас финал виноров. Нет, кричит не Афро, кричит Анжо, который обычно сидит на комментариях на стриме, но не сегодня, он сегодня решил просто орать на зал, а не на стриме. Грис срывает голос. Окей. Люди настраивают кнопки. Сейчас будет интересно. Фанки, помаши в камеру, там тебя просят. Маме. Тебя просят помахать в камеру. Не знаю зачем. Помахал. Так, все, переключаемся в фуллскрин на игроков. Так, поехали. Вот что сейчас будет, я просто вообще не знаю. Как бы... Просто не знаю. Вот да. Что они друзья могут делать? Они играли на вписке перед турниром, как говорят, но я не узнавал, с каким счетом у них все закончилось, и вообще как их проходили их бои, поэтому это будет очень интересно, я считаю. Отличный антиэйр. Слушай, какой-то экшен происходит. Да. ХП постепенно у игроков убывает, но я не понимаю, что происходит, почему. Почему оно убывает, да? Да.
Меня вот... Ай-яй-яй. И... Так, окей, один миксап. Нет, Фидос пошел убивать. Не, не, не хватает, не так. Так, один миксап. Фанки, фанки, фанки. Это на гамблоке был, правильно? А? Это на гамблоке был? Нет. Просто как бы... Она оверхед, но ее почему-то никто не блочит. Да сейчас просто как бы он был вроде стоя, но сожрал ее все равно. Ну окей, и не в контр. Я поэтому спрашиваю. То есть я тоже вижу, что эту ногу жрут почти все сегодня. Я не но левый же есть какой-то там блок был, по-любому. Я, возможно, ошибаюсь. Там что-то очень адски медленное и паливное, возможно, которое ничего никто не использует. Но там раз там в миллиард боев, как VDF эффект. Итак, угол. Фанки уже второй раз подряд. Она блок пишет. Она блок? Без ВД не получится. А, вот, окей. Все, парни, спасибо за инфу. Дает стагер. А, стагер видели. Угол. Почему не верхэт? Просто вот сейчас Фидос сделал камбэк с почти полного хп, короче, разница. И он камбэчит. Да-да-да. Он блокал, блочится джампом. Джампа 20 блоком. Джамп 20 блоком, это типа прыгнуть с ФД. Фанки, как обычно, начинают больно. Сможет ли он закончить так же? Но последний разыгрыв всего так началось, как бы он получает какое-то превосходство. И потом получает по лицу. Я просто... Вот, просто внезапный бросок. Мне кажется, Фидоскин не ожидал этого. И Фидоскин снова решил, что пора начать нажимать кнопки. Окей, снова в дэмэдж. Почему у него остается еще полметра? То есть можно... Так, нет. Не насетапил. Нет, я не смеюсь. Я как бы серьезно предположил. Отличный бурс. И, собственно, еще, пять. Еще фанки. Пять. Все окей. А, там, на самом деле, походу, Tekken запустился, судя по тому, да. Что говорят, там... Руфус и Иду играют. Да, в Tekken пошли. Мэтт, можете попросить меня зарегать на SF? На SF можешь зарегать, пожалуйста? Я сейчас тебя зарегаю. А, Саня зарегает, спасибо. Меня? Его не знаю. О, боль в контр. Очень много. Супер магия, станы. И дизи стан, и возможно бурста, это конец. По-любому конец, он... Да. Он нажал какую-то другую кнопку. Ну окей, это Фидос 2-0. Вот бурста не было, поэтому Фидос можно 2-0. Спокойно финишить. Так, Фидоскин... Также ФД2. Так. Сегодня игра у нас в ФД3 не будет, даже в финале. О, можно увидеть футболочку, кстати. С шикарным логотипом. Там Потемкин делает хит-экстенд на Кундзиня. Очень мило. Да, мы решили, что никто не любит Кунг-Джина. Никто не любит Кунг-Джина, он гейский персонаж, как бы все любят экстенд, потому что EFI экстенд хорошо. Да. Футболочки норм, да. Там просто идеи, типа, что поставить. Давайте Потемкину, чтобы понадобился сосудик. Что он делает? Ну, не знаю, там нужно, чтобы он ломал Кунг-Джина. Надеюсь, Джонни будет так же поломан, как Лео.
Я не шарю, как бы, вот в ДНГ, а типа лево сломанный там ДТР, там ОП или чем. Фиг знает, у него просто очень много миксапов, и они очень резкие. То есть насчет тайрности я не в курсе. А Джонни, если он будет такой же, как в Ascent Core, он будет шить тайром, потому что, насколько я помню, там он вообще на самом дне был. Ну да, я тоже жду новую часть, и я думаю, что я хочу попробовать Джонни. Гагава. Все проходит в школе в рекреации? Да. Нет, это Дом культуры имени Лаврова или что-то такое. Ну, глядя на некоторых участниц, косплеер, да, такое чувство, что здесь школа. Нет, тут на самом деле будет... Пардон за неполиткорректность, если там кого-то обижу. Тут дохрена полуголых тёлок есть. Ну не то, что дохрена, кого-то местами есть. В основном все они как бы в других залах находятся, но как бы они есть. Молодые. Да. Как бы... Каждый здесь еще находит свое. Я вот тут на стримчике сижу, например. Потиром риел на дне. Окей. Фанки решил в последнюю секунду прыгать на пружинку, но пружинка исчезла. Он думает, что ему слишком легко играть с Руфусом. И... Вообще тоже такая странная штука, вот... Да нет, Фауст с Бэтменом. Как бы просто странный Бэтмен на самом деле, потому что... Потому что Бэтмен, как бы, и... Как бы Фауст, ладно, как бы я видел, а вот человека с кроватью, как бы, плохого нет. И это должно... Нет. Нет. Ну там... Гадс! Я думал, будет командник. Зачем? Прямо... Когда можно даст в лицо! И снова кровать. Нет? What the fuck? 56. Да ладно, Фанки решил не побеждать. Рядом стоит Гринлео и хавает куда хачапури с мясом. Привет. Теперь машет ручкой. Че там? Просто японцы матчап нормально, на удивление, не изучили. А? Но пока Русов в плохом положении, но он стремительно пытается выбраться оттуда. Правда, его сейчас просто может в чип уничтожить. Так. Особенно нужно... Нет, головой кровати в лицо. Ну прикольно, что они кидаются друг другом вот этим самым там говном. Но как бы вблизи-то друг друга. То есть могут, точно ты, могут нажимать какие-то кнопки. Я циферки снова перепутал. Да. Вот, и как бы, то есть, когда они близко, это интересно. Когда они далеко, тоже есть, потому что, ну, правда, непонятное говно. Фанки последняя надежда убрала, в принципе, на победу, поэтому да, Фанки должен тащить. Блин, я не знаю, короче, я за Руфса болею. Вот просто как бы вот тупая простая причина. Я как бы тут, ну, лево стоит как бы рядом. Чтобы не вызвать ревность, вот если бы я был тёлкой, короче, я бы дал. Кому? Руфсу говорю. Опа. Обновили первую группу, объявили первую группу в Асэфе только что. Вот, там сказали, что есть в ней я. И назвали примерно 4 или 5 человек, которые меня как бы убивают. Вот поэтому как бы хоть я и уйду, но скорее всего ненадолго. Да, я обещаю вернуться, да? Вот, а кстати, на самом деле, да, будет стремец же как бы еще. Да, Асэф уже по сути как бы начинается, группы распределили, а сразу после... Этого, господи, Guilty Gear. Да, собственно, Guilty Gear осталось два боя. Вот этот, это финал лузеров, и потом будет гранд-финал. Все.
Ай-яй-яй. Руфус не хочет сдаваться. Да вообще хорош. Там комбы с серым битом. Выкинул все дерьмо из карманов, говорит, я слишком тяжел. Ай-яй. Командник мог но скомбить. Не будет комбы. Да ладно. И... Бесконечное количество кала. Просто, да. Тащ. Столько дерьма. Отлично, теперь с неплохим продолжением, но как бы Бэтмен он не хочет быть в углу. Сетку СФ, ее, короче, нету еще. Потому что сетка, у нас будут группы через какое-то время. Сетку опять предоставим на гранд-финал. То есть сетка будет гранд-финал. Почему гранд-финал? Сетка гранд-финал. Плей-офф. Отыграем группы, то есть группы я буду группы будем объявлять, кто играет в группах. То есть просто как сейчас сетки еще нет, как бы только группы. Пардон. Руфус проигрывает. Да, Руфус проигрывает и походу. Окей, у человека кровати больше нет бурстов и он жрет комбу. ХП равны, но у Руфуса больше ресурсов, как бы есть теншн, есть бурст, есть все. У человека в кровати ХП есть еще люди. Краб. У человека в кровати есть еще больше человека в кровати, и он их может насоздавать просто. Так, так, так. Контрхит. Вот один хороший хит. Фаус может умереть просто от любого тычки рандомной. И... Что за? Чей? Парни, нам нужен Джаш! Йоу, чей пад? Волк! Пожалуйста, сюда. Нет, пад не сел, подключили пад, который захотели подключить пад к другой консоли и решили, включили его раньше времени. Че у них? Короче, смотри, сейчас. Так. То есть как бы у нас а будет как бы кто накосячил Мефодий, короче, накосячил Мефодий. В чем суть, как бы плееры согласились оба продолжить игру, да, поэтому у нас это как бы капец, как бы собственно Мефодий поставил паузу, там напиши ему рекомендацию классная. Ну там, в принципе, Руфус и так побеждал. Ну понятно, что они... Да, там как бы... Но всякое, всякое бывает. Можно было дропнуть, было дропнуто. Как бы это вообще капец такой хардбрейкер. Сколько, сколько вообще, фанков заплатил Мефодий? Мефодий как бы банут раньше не получает, он получает как бы предупреждение. И с второй такой как бы плашкой он пострадает. Ну, то есть там, не знаю, форсит пады, то проводные, короче, там. Нет, плееры, короче, по согласию бы идут сайту, что типа мы продолжаем. Да, то есть. Перегибать матч, как бы это тоже. Ну, короче, никто из них не хотел. Я вообще, короче, что-то на эмоциях, не знаю, тёлка. И ты снова говоришь прямо в микрофон, сейчас возможно с тобой ругаться будут. Мне нравится. Ты любишь, когда продолговатый предмет из твоего рта? Я не ем продолговатый предмет даже, поэтому не надо. Отличный блидшилл, ты панишь. Руфус, конечно.
просто что-то не знаю, вообще как без слов сижу. Ну да, это фейл, конечно, такой, что весь хайп подломал. Не, ну такое на самом деле бывает. То есть мы в финалах Evolution что-то такое видели. Да, опять да, же. Да-да-да, на финалах тоже была подобная фигня. Ты со слова фигня ослабись по губам. Если так странно. Парни, скажите, вот какое слово фигня или херня? Можете сказать, пожалуйста, в чат? Он просто бьет по губам, я говорю, зачем ты это с собой делаешь? Там не кровать, там рука убийцы, которая машет и просто машет. Да, тут скальпель убийца, кровать убийца. Зато те, кто ими управляет, не убийцы. Не, вообще было приятно, вот такие парни там няшные. Сможет ли Фанки камбэк? Ну, это пресс, это просто, это жесть. И... Господи. Как бы руфлы пробили, как бы, но не настолько демедж, чтобы как бы что там решить. Очень тяжко. Да ладно. Молоток сильнее головы кровати. Теперь мы это знаем. Гога, перегровок не будет, все нормально. Данфирус. Полуголые тёлки не время проходит там где-то далеко. Потому что, как бы, ну, такой экшен там анимешн в других залах идет. У нас здесь почти нет левых людей. Да, мы здесь совершенно в другой части ДК, поэтому, к сожалению, у нас полуголых баб мало. Но иногда захаживают. Вдали проплывают. Тут передали, что они будут в видосе, который будет сделан после ЕФА, поэтому... Там будет много красивых девочек. Прям было всегда отлично, спасибо. Тут Ромео обещает, то, что что-то будет много девочек красивых. Я не верю. Так и скажи, что ты боишься, что это услышит твоя жена. И побеждает Руфус. Руфус хорош. Руфус хорош. Фанки как бы... Тоже хорош, но чуть менее хорош. Гранд Скидал! Витоскин Руфус! Оба город Москва! Все перейдет по лидерам! Не будут точно выиграть один цеп в ФН2. Руфус уже нужно резервать и выигрывать бас на ФН2. Так, давайте пошумим, как Гранд Скидал турнира по килке Гирлинг Старк! Господи! Я себе почесал мозг неудачно. Он болит. Да не, Фанки вообще реально молодец, как бы Фанки, хорош. Да, то есть... Это как вроде... бы ждали то, что... Бля. Слушай, это вроде первое его выступление на настолько крупном турнире. То есть... Я не знаю, как... Ну, как бы раньше сидел в онлайне играл. Да, ну сейчас... да, вот именно офлайн турнир вот подобного масштаба вместе с москвичами и прочим, это его первое выступление, он занял третье место. То есть проиграв, по сути, только Руфусу и Фидоску. Поехали, там люди играют. Да, да, да. Сможет ли Фидоскин просто оказать заново сопротивление? Он не просто оказал сопротивление, он оказал ему это насилие. Да, Руфус. Кстати, я вот сейчас подумал, скандировать Руфус намного удобнее, чем Фидоскин, в случае чего. Ну, можно просто вместо Фидоскина скандировать Федя. Ну да, Федя, окей. Инфернально. Эти резеты, эти миксапы, эти кроссапы. Какая жесть. Это удочка. Да, скальпель удочка. То есть просто он... как бы он, как бы, непобедимая технология. Скальпель удочка вообще довольно удобная вещь для рыбаков. Поймал рыбу, спорол ее просто, выпотрошил тут же. Что-то он сейчас не то сделал. Бери Брокен Шейпера. Что бы это значило? Да. Ты знаешь? Нет, к сожалению. Я тоже не знаю. Ох, хорош. А что они? Вот обычно ранее хэй-хэй-хэй, когда кто-то делает какие-то лупы, например. А сейчас просто делают БНБ и все равно все орут. Ну, жал я на боя за Руфуса, то, что можно сказать. Как бы, таки Фидос, он уже побежал в ГГ, и как бы он
Ему хватит. Давно играет Call of Duty Fighting, поэтому как бы... Да, то есть по сравнению с Руфусом, который с 3D перешел на 2D и занимает и играет на таком уровне. Так, мы их не запрещаем морать, просто как бы мне непонятно то, что как бы... Это вот и Кьюзи где-то на фоне. Сосори, ты кончил? Еще нет, еще подожди. Ох, там ситуация была опасна. И... Будешь спасать ситуацию. Отлично! Да ладно! Адок. Просто подбежать. Итак, Фидоскину осталось выиграть один бой. Подбежать, сделать командник, получив в него ДП. Красавчики. Это финалы, правильно? Это гранд финал, то это есть... финал, нет, финал, то есть получается Фидоскину нужно выиграть два раунда. Фидоскин, да, сейчас последний, один бой и конец. О, отлично. Вот, а Руфсу, если он выиграет, получается, этот бой, у него еще бой. А потом... Потом резет сетки и снова. Нет, мне кажется, что у Лео какой-то нереальный дамаг, нелегальный совершенно. Вот. Ну, пока за Ренесайдер, как бы, все в порядке. Хей! Они просто орут хей-хей-хей. Да. Любой непонятной ситуации будут хей-хей. Чё-то... Отличная УРЦ. Там можно было случайно умереть, но этого не произошло. Отличный тир. Нету метра, чтобы продолжить. Смерть. Да, это ДП. И мог. Господи, что творят? Черная дыра вместо нужного предмета. Так, турнир поинт для Фидоскина. Что? Что? Что это? Зачем это было? Ладно. Блин, вот только не так, только не такой раунд. Просто это должен быть... Стагеры, игра. Пёртик. Это было сильно. Вы слышите? На фоне видно гораздо меньше людей, чем есть на самом деле. Основная масса как-то отдалена отсюда. Вот здесь проектор разрушился, показывает, люди смотрят вот там. И сейчас начинается СФ. Собственно, я пошел отыгрывать. Насасывать. Приз Фидоскину — это кастомный стик от Тетракса, 4000 рублей и какие-то еще ништяки. Да, и какие-то ништяки от фестиваля. ЕКБ город Джурей когда-то был еще, я скажу больше. Здесь было минимум 3 джури.
микрофон. А, вот теперь всем привет. Да, действительно. Мы тут уже распинаемся, Ultra Street Fighter 4. Итак, у нас... зрители, уважаемый интернет, у нас играет группа прям, просто группа смерти. Группа смерти, в которой Юдза, ФЛЦЛ и Батон. То есть, еще... кому-то придется остаться за рамками данного турнира. Также ИЗО, также есть Very Evil Man, что да, довольно очень, неприятно. Очень хорошая группа. Так, пожалуйста, ребят, напишите в чате, если звук вернулся. Ну, видимо, вернулся. Не, видимо, еще пока нет. Да, это группа Кваншун. Да, нет, Бандолера. И Бандолера нет. Окей, первый матч, Джури против Розы. Нет, это... Батончек? Это первый матч Батончека. Не, или нет? Да, да. Да, это все-таки Батончек. Тем временем уже вовсю играют там Very Evil Man с FLCL, но не на стриме. Да, кстати, Кваншун, действительно, но только Батон был не в группе у Q и FLCL. У него была своя группа, из которой не вышел то Supreme, по-моему. У него была группа с Гринго и Supreme. Я думаю, да. Что все, игроки настроились, сейчас будет рестарт матча и начинается. Да, руки пожаты. Все, мы играем FT2. Сегодня мы вообще все, кстати, играем FT2. Очень странно. А финал? Даже финал. Ну, ты вот видел, только что ГГ играли, они играли FT2. Непонятно почему. Мне на самом деле очень нравится, что, например, Capcom Pro Tour играет весь топ-8 FT3. Ну да, и в финал нас нужно и FT5. Ты смотрел да. Эбо? Да, да, если да. бы они не играли FT3, то мы, например, вообще бы ничего не узнали про Ай-Ая. Ну да. Вот. Ну это... Ну, чем больше, тем лучше, как говорится. У нас не Эбо, у нас ЕФАЕ. Да, время довольно-таки ограничено, поэтому... Let's go. К сожалению, будем по ходу дела сообщать, что происходит. Игроки выбрали правильные ультры. Вот он играет Розой. Видимо. Очень ну да, видели, особо. Видели мы Розу от него, видели мы. Ну, как он сказал, он привез сегодня в Екатеринбург Розу и Балрога. Окей. Так что, в принципе, этих двух персонажей стоит уважать. Ну, вот, наверное, этого мы увидим довольно много в матче зонинга. Хадуки онлайн. Хороший антиэйр. Хороший бросочек. Посмотрим, что будет за сетап. Вот так, еще бросочек. Бросочек нет. Не будет, не попадает кроссапом. Даже не пригнулся к Юдзе, но потом... Играл. Это был запоротый дайв-кик, наверное. И снова Хадукин войн. Да, активирует ультро. Сейчас посмотрим, но нет. Бросочек выбрасывает, это драгоценное ой, время. Второй дэш, ультры. Ой, первый ультры у Джури заканчивается. И ничего не смог сделать Кьюдзе. Но тут Батон промахивается в углу, и Кьюдзе не продолжает комбу. Анал карнавал в углу, и Батон выходит победителем. Да. Ну, первый, в первом раунде, в общем, Батон делал вещи, а Кью что-то ничего не делал. Кто такие таймеры? Да, довольно просто взял. Таймеры, наверное, не надо было. В угол, подгоняет в угол. Ой, хорошо пытался что-то вставить Кьюза, но контрхит. И... Да, отличный дайв-кик над Хадукиным. Очень здорово. Да, у Розы и Хадукина довольно интересные. Разные стартапы на разных версиях. Разные, соответственно, рекавери. Ох. Не потаймил Кью антиэйр. Да и вообще кнопку не ту нажал, наверное. Отличный антиэйр. В углу снова Кьюдзе, но не совсем уже в углу, но... Да, вот теперь будет... Ой, с Перри встает, но... Читает Перри. Да, хороший матч от Батона, прям просто вообще... Солидно отыгрывает. На фриплее он не пробовал. Не про комбы. Батон хорошо антиэйрил, хорошо спейсил и хорошо бросал. И читал Кьюдзен. Второй матч. Сразу игроки рематч. Опять счет. Вот выпрыгивает. Отлично, Кьюдзе выпрыгивает через фаербол. Снова Кью в углу. Прям живет в углу сегодня Кью. Да. Колесо, неужели? Signature move. Ну сейчас что тут тиры? Ну Юн, да, последнее время. Юн, Poison, Evil Ryu. Наверное, это. О, ну, хороший, отличный дэш, но... Да, может Джури делать вот так. Во время ультры, да и вообще без этого тоже там... Довольно неплохой не дэш. Да, теперь активирует
Розы и будет совсем трудно. Да. Но Ротоходит. Полез Кью в слайд и не удастся. Тем временем FLC у нас выигрывает Evilman'а. Видимо, матчпоинт. Матчпоинт для Батона. Посмотрим, сможет ли Кью что-нибудь придумать. Хорошая впрыжка, только вот что-то не комби. Опять хороший панч, да, прочитал бэкдэш. В онлайне ведь нет сетки, да? А, нет, я думаю, что нет. Так что сетки нет. Человека. Да, инкубус, сетки нет. Сетка в G-Judge, она будет опубликована уже потом, после турнира. Да, ну по ходу дела будем говорить, ну, что происходит. Ну вот первую группу мы почти всех рассказали. И бросает в угол. Активироваться сейчас будет заходить, да. Как будет заходить? Нет, не будет заходить, ну, просто на бросочек. Хорошо. Так как рейндж броска у Розы дальше маленько, чем шарики, за счет такого получается. Надо панишить, панишить только броском Кью. Активирует ультру, сейчас можно выйти. Неплохо. Из такой давай ситуации. Ой, да, какой антиэр классный оверхед, и да. Да. Батон очень солидно отыграл этот матч. Батон 2-0. Прям ничего, ничего не позволил сделать Ньюдзе буквально. Вот, обновим мы вам сейчас. Да, счет. Вы ревил мы наставь. Батон остается у нас. Ой. Ой. Very evil man. Ну и счет тогда скорее. Не-не, все прекрасно. Окей, Very Evil Man умеет, ну как сказать, предпочитает играть на Фуэрте или Байсоне, насколько пока я знаю. Они... Нас... Этой мышью можно только стол протирать. Отличная мышь. У нас нашли новое использование для мыши, протирать ей стол. Можем показать ненадолго, кстати, игроков. Да. Или не можем. Видимо, камера опять... Камера у нас отвалилась. Ну, она что-то сегодня... А, вот, смотри, работает. Странно. Почему-то она показывает вот в этой сцене, а в той ни в какую. Значит, надо пофиксить сцену. Да, насрать. Ну, да, или какой-то будет перерыв, или что-то. Да. Там. Окей. Ну что? Ты уже потеешь? Я нервничаю. Перестань. Можно мне попить что-нибудь? Еще успокойся. У меня чай есть. Чай? Да. Вон стоит на окне. Ну вот, как видите, термос. Решил, можно, решил можно ли поиграть за Байзона. Байзон, ну да. Или Бланка, или Байзон. Я сейчас, давно не видел его. Сейчас будет много ада. Да, сейчас будет корна прэша. Решил сам залезть в угол. Ну ладно. Теперь... Окей, Батон по-прежнему довольно стабильно, хорошо, хорошо влез между ЛК и ножницами. Линкует, входит в помощи. Да, не стесняется вообще, что Байсон прыгает на Розу, а может быть и напрасно, потому что Батон сегодня уже показал, что он антиэрик-то может. Это ошибка, кстати, действительно, это ошибка. У них время бесконечное. Кстати говоря, время бесконечное. А что может? Не-не-не, это не после игры тогда. Сейчас... Ну, сейчас они доиграют, Андрей. Ну. Ну да, это незначительный посос, мне кажется, все в порядке. Да, Шрабикус приехал, кстати. Ой, хороший супер, хороший конферм от Розы, и она дотащила при этом. Ну, отлично, вот и антиэйр. Нет, все конфермы, но не конфермят время таймер. Да, очень хорошо читает реверсал Psycho Crusher. Самое время сказать игрокам, что у них какой-то... Скажите про это. Да, между матчами норм. Все. Между матчами. 1-0. Окей, счет у нас 1-0 в пользу Батона. И вот теперь-то игроки... Вот теперь-то игроки решили поднастроить время. Да, Дуван, Шрабикус тут. Шрабикус тут и играл сегодня на фриплее
по-моему, всеми своими чарами, кроме Ролента. О, отлично. Не, он сыгранул с Ролента пару раз. Он, видимо, не хочет его ревайвить до турнира. Мы тем временем возвращаемся к матчу, все еще на тренинг-стейдже играют. И вот теперь-то берет Le Wild El Fuerte Пирс. Сейчас Very Evil Man будет летать по экрану, ну, в общем, как настоящий El Fuerte. Да, как и должен делать, в принципе, этот персонаж. Ладно, начал не очень. Ну, особо тут не побегаешь, так как... Хоть и две брони есть на его ударе, но разбивает Роза своим, можно сказать, основным мувом. Пока не очень, прям скажем, удачно. Да, пока не получается игра. И все его прыжки или бифуют, или антиэлятся, все его фокусы бросаются. Да, это паниш очень хорошо, знает батон, что надо делать против Эльфуэрта, когда он летит на тебя тостадой. Бифнутый оверхед. Хорош. Фрейм-тапчики. Оверхед на блоке плюсовой Эльфуэрта, поэтому, в общем, то, что... Very Evil Man нажимает туда. Ой-ой-ой. О, что интересно будет? Да попадет он, да. Конечно. Шарик, да. Камини. Матчпоинт для батона. Пока все изи. Ну, чуть пока что Very Evil Man не показывает адок за El Fuerte. Пока, по-моему, он только сам за счет своего ада, да. сам еще, больше. Еще один отличный паниш от батона. Ну, о, бросочек как раз анти, да. Против всех этих бронированных все, напрыжек. Все прям читает, ну, батон. Пробежек, точнее. Ой, бросочек в углу, сейчас дизи, да. Где-то недалеко. Да, выбегает из угла. Сейфовые. Нечем запанишить. Наверное, да. Да, и это перфект более того. Паниш, йолос лайф. Да, отлично. Батон пока что очень-очень хорошо, очень уверенно действовал. Сулит отыграл, да. В обоих матчах своих. Временем у нас еще играет вторая группа, честно говоря, отсюда я мало что могу о ней сказать. А, там... Вот там Кеннет F4 EKB играет, у нее довольно хорошая группа. Типа камеру? Че камеру? Ну, камеры включим, чтобы типа со спонсорами и так далее. Где наши три, вот, три скринс? Да. Вот вы видите, в общем-то, батона задумчивого сидящего и ждущего своей дальнейшей судьбы. Еще вы видите нас с Ноном. Да, привет. А кто такой Ним, кстати? Кто такой кто? Ним. Вот этот чувак из Перми, ты видишь, вот сейчас он за Колонией. А нет, тут Ним. Короче, Дивора из Перми. А, ясно. Так, ну что, у нас пока что никого нету на стрим. У которого жена есть? Тот самый. Ясно. Мы ждем, по всей видимости, исхода матча FLCL Madden Cheerful. Перфектом, да, берет раунд. Я думаю, здесь проблем не будет. Но сейчас, наверное, будет самый такой интересный матч потом против FLCL. Думаю, что будет решающий матч. Ну и, конечно, Кьюдза против FLCL также нужно будет обязательно посмотреть. В принципе, этот, я думаю, эта тройка... Должна выйти, кто-то, два человека этой тройки должны выйти из этой группы, да, и как спасибо, раз между ними и определиться. Ну, сейчас у нас офстрим FLCL нещадно убивает Хьюга Madden Cheerful. Мэтт только начал играть в SF. Да, и играет не до самого простого персонажа, с которого надо начинать. Ну, ему очень понравился Хьюга, он прям как увидел, прям вот так и решил играть. А кто тут типа пункта? Кто тут типа пункта? Ну тут надо, да, мы сегодня предлагали на самом деле, кому-нибудь кто-нибудь снимал майку, там кидал, не, это кидал в кого-нибудь другого, и там другой разозлился. О, к нам пришли ребята с Mortal Kombat. Да. Я смотрю и плачу, потому что это первый раз за полгода, когда я увидел сектора. Окей, у нас тем временем садится FLCL к батону. О, это да. Очень интересно. Это будет один из решающих. Так, большими буквами напишем. Да, все свои, все поймут. Он обычно мелкий. Да, это без разницы. С разницей. Ну, я всегда его вот так пишу. Окей, guys. А ты ему так не подпишешь? Он же в команде, этот FLCL, я слышал. ОП. Да.
Справедливости ради напишем FLCL вот так, чтобы вы знали. Не постоянно. Мы переключаем. Окей, у нас, наверное, баттон-чек. Потому что FLCL играет на нестандартном варварском управлении. Вот вы видели, на каком только что. Что там такое? Что там интересного у него? Он меняет лайт-кик и хард-панч местами, чтобы на паде можно было крауч-чекать нормально. А-а-а. Он вообще это сделал для джури, по-моему, чтобы чардж, ну, чардж на кадуке не держать. Ну, в общем, теперь ему весело и крауч-чекать тоже. Ладно, давайте будем смотреть на чардж. Будем или нет? Да, будем. Ну что, все-таки а розы будут играть потом? Вообще нет, смотри. Или это сцена не так? Окей, конечно, это розы против Poison. У Батона есть другие персонажи, у FLCL, в общем-то, тоже как бы есть, но я не думаю, не иду, что да, он вытащит их думаю, сегодня. Будет брать. Вот. Батон прям даже на MFA играл против FLCL, не только Рози, он там достал своего Гайла и даже что-то выиграл. Вот, но... Спасибо. В манимаче ему успех принесла именно Рози. Окей, вот это точно будет очень-очень такая зонинг, напряженная игра. Пока что Hadouken Wars. Ага, натыкается. Хорошая копыта, да. От розочки. Теперь лайфлит. Хорошо принимает на фокус, но да. Не было крампа, не хватило. Чарджа отлично отбивает. Вот. Между прочим, сегодня мы заметили, что очень-очень часто Роза не может проехать сквозь Хадукин и Hadouken Poison. Все, буквально третий или четвертый матч, только начался. Первые две группы играются, короче. Да, первые две группы, вторую мы группу, к сожалению, не видим. Отлично. Непонятный, очень непонятный Salt Throw и Punish от его FLCL. Манимачи будут после. Я предложил сыграть это все дело на стрим, так как это в любом случае будет хайпово. Я думаю, что отличный, мы это так и сделаем. Отличный, в общем, селект Каус всех. Как раз будет батон против FLCL. Батон FLCL, манимач будет, термин против батона будет манимач. Да, и снова играет. Будет на что посмотреть. Снова играет Hadouken войну. Это должен быть Punish, и да. Это раунд. Интересно, зачем поехал батон экс-спиралью? Йоло. Ой, трейд не в пользу Poison. После оверхеда не линкует панчи и FLCL. Попробовал прыжку сделать, но хорошая рекавери там. Да, на Hadouken, в Poison, особенно на хардовом. Ну, чем-то похожие персонажи, разные стартапы, разные рекавери. Ну, я бы не сказал, все-таки Hadouken и Poison это совсем не то же самое, что... Ох, отлично. Ну, я имею в виду именно стартап рекавери есть такая же. Все жрут вот это. Вот теперь это комбит с оверхеда. Сейчас будет неочевидный ситуация. Ресет. Да, Кроссандер. Же unblockable по розе, если она сидит? Нет. Нет, по розе нет. Нет, unblockable. Окей. По неве. Так. Ой-ой-ой, что ли будет? По-моему, не успеет он ударить его. Нет, успевает. Конечно, да, 4 фрейма стартапа ультры дали о себе знать и успела Рака туда залезть. Ну что ж, первый матч за FLCL. За OP FLCL. Так правильно теперь говорить. Что передает? Тут Кеннес F4 и КБ. Нагоняет хайпу и вспоминает. Да, вспоминает. Хайповые моменты из. Алло. Алло, Хайра Гамма, Гума. У Poison одни из самых разных фаерболов в игре. Самых быстрых. Окей, смотрим дальше. Начинается все в том же ключе, в общем-то. Зонин. А, вот, поминает. Решил, да, применить рефлект. Легкие фаерболы рефлектит. Вот он также можно. Входит. Паниш. Паниш. Это не дать, он хорошо бэкдэш. Ловит на экс. Не надо. Бэкдэшить батон, не надо. Да. Rose Special, слайд бросочек. Да, наверное, даже это был паниш слайда. Деку паниш, это отлично. Нет, брекетов нет снова. Это онлайновый чувак, я с ним играл. Да, все знают, кто такой PMF. PMF, брекетов нету, сори. Екатеринбург не осилил челлендж или и ему подобное. Мы ведемся в G-Judge, поэтому что есть, то есть. Окей. Активирует Роза, но в нейтрале она. Ой, ничего не ловит, мог добить. Да.
Ну все, да, добивает. Пытался в LCL сагрессивничать, но в общем понятно все. Спасибо, Rush, за то, что ты ставишь на место особо дерзких участников чата. Ох, не текает бросок, а LCL. В углу Poison, тяжело. Наверняка будет выходить. Приедет, о, хорошо. Прекрасный медкик, прекрасно. Медкик имеет инвулик броскам, поэтому... Вспомнил про ДП функционал, он вспоминает только когда... Что-то идет не так, как надо. Что-то идет совсем не так, да. Но пока не скажу, что все не так, но... Лайфлит и... Пока все норм. Ой, хороший дэш, пытался зайти. Метногу, интересно, почему? Ох, красавчик. О, хорошо, он реверсалит. Ну, чё ж хорошо. Я бы сказал, что это была Йола спираль. Но норм. Окей, лайфлит у Розы. Poison в углу. Ой-ой-ой, ловит ультру. Ох-ох-ох. И да, и тут один хороший сетап, да. Да-да. 1-1, и напряженный матч, надо 1-1 сказать. 1-1. Иди там, Сереж, за руку подержи. Кость. Йо. Слушай, а тут вопрос, когда вы стримите, ники будут у ребят? Да, 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 конечно. Окей, спасибо. Конечно, все будет. Окей, интересно, пойдет ли? Не пойдет. Нажимает рематч, и они продолжают. Ой, смело подашилась Роза. Хорошо сантиерила после этого. И снова Хадукины. Окей. Фаербол воины пока что, ой, хорошо заходит. Решает ресет бросочком. Ой-ой-ой, промазывает. Как неудачно. Ну ладно, Роза решил ничего не прессить, а просто отдает дистанцию. Ой, хорошо принимает на антиэйр. Хорошо побэкдэшил после антиэйра Хадукин, да, вот с Розой. Эйтуэйр не очень удачный. Эйтуэйр с Poison очень трудно играть, потому что у нее вот этот хард-нога. Очень хороший у нее хитбокс для Эйтуэйров. Да, и антиэйр. И принимает антиэйр. И матчпоинт для LCL. LCL. Да. По два человека выходит. Пушамен, два человека выходит из группы. Сколько групп? Никто не знает. Ну, что-то больше 30 человек вроде. 34 я видел точно, это был, по-моему, еще не конец. Ну вот, видишь. Очень большой турнир. Между прочим, круто, что у нас на SF столько народу. Нет, Killer Instinct-то нету, потому что нету. Никто не играет в Killer Instinct. Потому что ни у кого нет Xbox One. Так вот чем дело. Ну да ладно. Зонинг. Окей, решает кинуть X-ход. Пасон. Да, ПММФ, пасон такая. Пасон. Ой, хорошо, о, заходит, да, Рози достается. Попал в рекавери. И хороший ресет, и еще один бросочек, батон. Ну что ж, батон близок к тому, батон чтобы... был на чеку, и бросочек порвал. Но сейчас все будет решаться. Вот. Нет, не входит. Ой, надо панишить. Чудесно. Хорошо. Хороший паниш, и FLCL выигрывает. FLCL выигрывает. Сейчас драйв будет с термином играть. Все. Поздравим FLCL. Ну, в общем, хороший матч, на самом деле, не правда ли? Да, отличный матч, на самом деле, все было близко. Если бы счет был бы до трех, опять же, было. Хорош, Серега. Хороший матч. И вот... Я осталось выиграть Кьюдза, чтобы не было... Нет, не знаю, камушка сидит. Кто-то сидит за консолью? Нет. Твой судья-то кто, хамушка или кто? Я спрошу. Вот. Выиграл, что ли? Короче, поздравляю, вообще. Хорош. Пока включи камеру. Давайте посмотрим на одиноко сидящего Кьюдза. Кто комментит? Ждет своего замена. Комментит слева. Ну нет, то есть у вас-то это справа, это Нон, а это OPKJ. Привет, Дамет. Да, Дамет, привет. Че? Может, скажешь что-нибудь? Явно часик опаздывает. Вернее, стрим опаздывает. Круто. Не думал, что он прыгать начнет. Сделал на эту ставку, думал, что он начал прыгать, и он начал, я думаю, не будет. Не, вообще Настя поиграли. Настя поиграли, но типа он утратил веру в Grand Game и все.
Ну, Poison может быть. Вейвилман будет играть. Если нет слайда, да. Кьюдза? На самом деле, Кьюдза... Окей, Кевцо против... Нормально дела. Против... Дела, но у меня нормально. Кьюдза против Вэри Вилман. Кьюдза сейчас нельзя проигрывать. Вообще никак. Потому что ему, если, в принципе, он выиграет ФЛЦЛ, туда начнется очень веселая забава, да? Про что мы и говорили, что такое будет бесконечное колесо, когда из трех игроков каждый выигрывает каждого, и так не проигрывает другому, да? Кьюдза при хорошем результате, положительном результате в ходе всех остальных матчей, если он выигрывает ФЛЦЛ... Боже, да что с этой... Это Shingles 8, по-моему. Fuck you, touchpad. Да, это Shingles 8. Мы куда-нибудь рестримим, кстати? Ты не знаешь? На Twitch? Нет, в смысле, на... Мы рестримим куда-нибудь? Не, думаю, я только Twitch вижу. Там бы иначе что-нибудь писалось бы. В смысле, что... Не, навряд ли. Если плееры где-нибудь, плееры, наверное, я имею в виду. Сам плеер, да, рестримим. Ну что, все, включай камеру. Окей, let's go. USF 4 full screen, let's go. Kill the Very Evil Man, и Very Evil Man сразу берет Эльфуэрта. Да, да, мистер Экс колесо, но сегодня что-то мистер Экс колесо пока что терпит. Ну пока он проиграл батону, в принципе, да, еще с ФЛЦЛ мы не играли, поэтому еще не, как бы все, да, все вполне нормально. В кисайдили зарядкой, ой, удачный фокус, лайтовое колесо сделал пью. Хороший. Отличный дэш. Вот он, вот она. Лайт колесо, Экс колесо. Полез туда за... О, вот, хорошо, Кьюдзу принимает, отлично. Прям, да, только что-то не накомбил опять. Так, это был очень, очень ранний антиэйр от Эльфуэрта. Да, да, эй, на антиэйр. А вот это был нормальный антиэйр. Окей, быстро игроки играют, 72 секунды на таймере. Я бы сказал, быстро умирает Эльфуэрта, на самом деле. Ну да. Вот именно, по-моему, это... Ну, довольно атакующий персонаж, поэтому ничего удивительного тут нету, вряд ли бы... Рано не интроджи... Ой, хорошо дашится под всем дерьмом Эльфуэрта Кьюдзи. Да, ну вот, ну вот фокус не очень хорошая кнопка матчап с Эльфуэрта, конечно. Кьюдза в ультре. Будет давить и заходит Кьюдза. Там по таргет комба пошла. Чейнится все нормалы и понеслось колхозе утро на 20. Да, побеждает. Что там делал Эльфуэрта, мы не знаем, но сожрал он все, что Кьюдза ему... Да, звуки зала действительно быстрее, чем... Ну с этим мы ничего поделать не можем. Да, это уже. Звук из зала, вот он и есть. Потому что там все быстрее происходит. Да. Ну что, решил немного подумать. Они. Вот это да. Вот это новости. Вообще-то не знал я, что у него есть. Не, они. Сегодня брал, но не, я видел, но. Ну что, есть? Еду и нет. Ты, в принципе, был прав. Я думаю, что. Но. Интересно, почему он думает... А, ну, видимо, это такой пик, типа, да, вот, я дарю тебе этот матч. Да нет, не фарм, может быть, это будет чудеса Они там, безумные миксапы и так далее. Если подумать, то что может Они сказать жюри? Ну, такого, чего никто больше не может. Ну, Они тоже. Ну, Они может позвонить хотя бы чуть-чуть. Много моментов. Да, ну, тоже не очень хороший фарбол у Они. Вот так вот только, вот что-нибудь таким, красапы всякие. Ну, я думаю, Кьюдзу это наверняка все прекрасно таки знает, да, и поэтому конечно. Никаких да. Тут проблем быть не должно у него. Ждем мы бешеных палет. О, вот, ну, и вот один из них. Ну и вот чем-то, конечно. В принципе, отвечает на у это. У тебя есть Йола, у меня есть Йола. Ой, конечно, полетели. Набросил ДП. Еще антиэр. Принимает антиэр, не самый надо хороший. Было, надо было присесть. Ну да, и встает с колесиком. Кьюдзу вообще-то метры не тратить, а просто сантиэрить нормально. Вернее, ну, тем не менее, матчпоинт. Тем не менее, матчпоинт просто очень хотел. Да. Матчпоинт Кьюдзу и получает его, в принципе, сейчас будет. Ой, неудачная пэри. Еще одна. Ладно, Кьюдзу, видимо... Ой. О, Кьюдзу сделал. Армор Канцл сделал, да. Ладно. Показал нам Кьюдзу классную технологию. Да. Да, намешал. Так, мы чуть не напанишил Ексик. Когти. О, хорошо принимает. Смотри, ну, будем считать, жест, что так и было задумано. Хороший антиэйр. Кьюдза. Снова есть ультра, я думаю, он ее активирует, да.
Да, прикрылся Хадукином и активирую. Ой, простите, Фухаджином. Да, интересно, я, кстати, и поехали. Ресетик, и с другой стороны, очень и... Здорово, очень здорово. Да, тут, наверное... Да, и колесо. Вообще, если вы не знали, лайтовое колесо сколько по сидячему? Минус 6? Или минус 4, по минус 4. Нет, нет, больше, по сидячему больше. Но игроков, которые панишат это, можно по пальцам пересчитать. Вот и... Так. Вот и... Мы не будем ничего писать. Вот и, в принципе, решающий наверняка матч по поводу выхода из группы. Если выиграет PLCL, Кьюза остается за рамками этого турнира. Если выигрывает Кьюза, у нас начинается череда безумно интересных переигровок и прочего. Да. У нас начинается... Ладно. Ладно, не буду я говорить, что у нас начинается, вдруг нас дети смотрят. А кто у них в группе еще? А вот они, прям что... остальные, с остальными там, по-моему, проблем не было. Да, вроде как. А что, где Зот? А, Мэтт у них играет. Давайте еще немножко посмотрим на игроков. Вот это вот Кьюдзо. Как в интернете найти стрим с этим каналом? ЕКБ Fighters Association. Ну, надо бы показать, типа... На Fighting.ru найди. А там раздел... На Fighting.ru есть. ...LSF, короче. Да, я вы уверен. Вы это все сделали? Ну, я думаю, что да. Ну, давай проверим на всякий случай. Типа, зайди в дашборд. Короче, это тут где-то, да. Открой. Человек, видимо, это... Информационная... Нет, Информационная, по-моему. Да, это она. Короче, тут есть и чат, тут... Чё, вообще... не играет? Чё это значит? Это значит, нет никакой вообще игры. Нет, не надо. Это... А, ну, Ultra Street Fighter можно искать. Нужен, чтобы искали. Так, ну, тем не менее, переключай пока камеру. Да. Вот сейчас будет в разделе Ultra Street Fighter. Если выбрать разделу Ultra Street Fighter, то отвечаю. Чай пока камеру. Да, это правильно, это в зависимости от счета, но, по-моему, кто у нас играл? Из дашборда зачем выходить? Тут есть чат, тут все. В чем Кьюдзо? Мне кажется, Кьюдзо нужно... Это по смс должен написать. Тебя тут нет, просто написать в телефоне. Ссылку? Да. Или что, вести, чтобы найти... Получается, сейчас Кьюдзо, чтобы действительно были... В разделе US Street Fighter на Твиче надо искать. Пусть зайдет в раздел Street Fighter на Твиче. Окей, мы тут что-то отвлеклись от матча, вообще говоря. А тем временем Кью активировал, то есть у него уже была ультра. И лайфлит. Да, и ничего не получает выгоды, более того, ловит. Удачный вертикал, да. И не дропает линки. Окей, первый раунд очень уверенно, в общем-то, Кью выиграл. Чуть я не видел, даже сделали Кью за что-нибудь толкового в этом раунде или нет. Там непосредственно будет отображаться все стримы, и там... Хороший трейд. Ой, хорошо убегает. И его ест. Не ждал. Ногу. Вот, правильное решение, в общем-то, против этих кроссандеров, неочевидно. Просто делать реверсал. Но, конечно, хотел... Вот это можно окошечко немного, чтобы чар было видно. Ну, типа, заскейлить его. Нет, самого X-сплита. Да и самого этого самого... Потому что он все равно, видишь, пофигу. Самого хрома тоже можно заскелить. Ну. Да, вполне норм, вот так вот. Окей, удачный бросочек, сейчас будет какой-нибудь корно прешу. Вот. Афро из ЗКБ. А, Кьюкс тоже из ЗКБ. Афро и колесо из ЗКБ. Вкратце. Можно проще. Окей, опять прикрылся Фухаджином и активировал ультру. И поистел. Неудачно дэшнулся, а там фаербол такой, что ой, хорошо панишит. Да. Афро, кстати, один из немногих, кто панишит стабильненько вообще дайвкик джури. И первый матч уходит по FullCL. Я боюсь, что дело даже не в первом матче. Почему все? Кьюза играет джури очень давно. Даже FLCL играл за джури. Да, давненько было, уже. Было дело. Они вместе играли, вроде. Да. Это был, наверное, дайв-кик. Я не верю, что Кью просто прыгнул с мит ногой.
отличный дэш. Вайт принимает. Да. Не успел ничего Кьюдзи нажать. Ну, фокус. Конфермит хорошо, офуцел. А вот Кьюдзи решил просто сделать мид-ногу. Очень странно. Air-to-air poison королева. Да, и... Матчпоинт. Экс-кадокен. Очень близок к тому, что Кьюдзи остался вообще за рамками турнира. Если он уже не остался, если будет браться в виду счет сыгранных игр между тремя, то уже, в принципе, никуда не попадает. У нас имеет значение вообще сегодня. А если счет имеет значение, тогда, в принципе, тут... Все очень плохо. Да. Кьюдзи, да. И, похоже, остается он за рамками турнира. Дропает линк после трех панчей. Лежится. Ох, неудачный бэкдэш, но, к счастью для Кьюдзи, Сережа не конферм. Если дропал такой. Кьюдзи скачет вокруг Poison из последних сил уже. Заходит с оверхедом, не линкует. Хоть даже в контрхит было, но линк есть сейчас, но после уже под ноги. Дважды пропустил оверхед в LCL. Обычно такого дерьма. Хорошо встает. Респекте друг другу игроки, после заблоченного оверхеда ни один не нажал кнопки. Ой, хороший интерьер. Что все, плач. Пора музыку Гайла включать. О-о-о. И паниш. И тут я не мисает паниш. Много панчей нажал в LCL. Ой-ой-ой, бросочек. Сейчас можно заходить чем-нибудь. Да, и экс-колесо. Да, прочитал бэкдэш. Ну, вообще-то чипал. Вообще-то чипал он, наверное, его уже с таким хп. Экс-колесо. На, вдруг там какой-нибудь ДП-шечка и... И все было бы так хорошо. Ну что, спасается Кьюдзи. Отыгрывает первый матчпоинт. Ох, неудачно дэвкик, но не на панишем. Низко довольно попал, поэтому, наверное, труднее было на панише. Хороший антиэйр. И снова нейтрал. Еще один хороший антиэйр, но боится делать что-то после. Окей, пропускает мид-ногу, и тут экс-рек, и снова неочевидные стандартчики. Да. Поблочил. Ой, теперь да. Колесо в ультре стало так хорошенько присасывать, поэтому оно теперь стабильно. Минус имеет, а не как раньше могу. Некоторые удары не попасть, да. Если панишек получаешь за это. Снова активирует Кьюдзи. Ох, и экс-дайв-кик. Ох, дальше это был волл-баунс, но ничего не сделал после него Кьюдзи. Не попал он хард на Б. Да. Напряженный матч. Безопасное расстояние поддерживает Кьюдзи. Надо будет отскроллить чат, потому что... Да-да-да. Все, экс-река, и тут... Ой-ой-ой, и сетапчик, но нету ультры, и не будет уже наверняка. Опасно. Так, ну вот тут Poison может весь день кидать хадукины в такой ситуации, да. Да, и ловит. Сел на хадукин Кьюдзи, ну все, это 2-0. Выходит из группы Батон и FLCL. FLCL и Батон выходит в группу, к сожалению, Кьюдзи покидает турнир. Видимо, ну что ж. А вот ты, кстати, паузу поставь. И вообще надо вот так сделать. И заскроллить. Ну чё, поставь на паузу. Зачем, если я просто скрою, он же не будет показывать. И вот отскроль туда, чтобы тоже... Отскроллить что тут? Нет скролла. А, немного отскроллить. Вот это, вот это, вот это, вот туда. А, не хочешь. Да, чтобы вот так сделать? Да. А еще вот эту подними, чтобы чат был примерно к концу страницы. Почему я так привык к тачпаду Мака? Все, так. Ну вот. В общем-то, вы слышали сейчас, видимо, объявление. Батон FLCL. Ну, сложно было. Батон FLCL выходит. Да, FLCL по первому, FLCL. Батон по вторым. Вот сейчас группа номер один нам объявит, кто там должен выходить. Ну что, из этой группы, в общем, да, не могли выйти три человека из этой группы. Но, скажем так, есть группы относительно, кто, например, из которой бы Кьюдзи. В общем-то, я скажу, что вполне закономерный результат. Если посмотреть на результаты наших локальных турниров последних, FLCL довольно часто и стабильно выигрывал Кьюдзи. Вот, ну а батон. Батон. А батон, да. Третье место, ну факт никак. Так, играет там. Первая. Это наш, по-моему. Не наш. Игроки.
Бомж. И бомж. Объявляют следующую группу. Это не наша группа. Мы, кстати, с Наном в одной группе. Да, с нами кто еще? Ашес? Да, Ашес с нами и... Черт знает, короче. Так что, видимо, на какое-то время мы оба покинем вас. А сколько нас народу, кстати, смотрит? А вот написано, Viewers 50. 50 человек! О май гад! Это же все файтинг комьюнити страны! Да, одно здесь, другое смотрит. Первая половина здесь, вторая половина смотрит. Они вот эти 50 человек еще на МФА приезжают и МФА смещают. Ну да. Вообще, кстати, я не ожидал, когда я думал, кто приедет на Street Fighter. Вот я думал, что вообще никто не приедет на Street Fighter. Действительно. В смысле, что приедут, как всегда, Тюмень, что приедет Пермь, а кто-то дальше, я вот никого не ждал. Ну, а кто из Казани? А и Омск, и Москва. Конечно. Из Казани. Из Москвы. Да. Ну он так. Но он не на для Street Fighter приехал, игрок, но... Street Fighter. Нет, но тем не менее... Да, в общем, вообще турнир-то получится интересным, скорее всего. Да, прямо сейчас он уже, в общем, получается интересным, потому что как минимум Кьюдзи остался. Надо как-то подсказать, такие да, перерывы пока. Пока другой стал, ты посмотри, в другом месте уже. Да, пока консоли стоят, вот так бы неплохо бы нам, например, взять отыгрывать, но они стоят. Ну видишь, там назначают... Очень много народу. Да. Камера, конечно, показывает. Вот как раз камера фронтальная на игроков, она не показывает как раз, где все эти люди там. Прилично народ, действительно, на ивенте. Ну, действительно. И мы в этот раз, что очень, я думаю, хорошо, мы в этот раз отдельно, совсем отдельно, прямо от всех, аниме-фестиваля, который здесь же происходит. Тут порой шальные залетают к нам. Ну да, конечно. Косплейщики. Есть указатели, где написано «файтиги». Да, файтинги. Ну, уже файтинги там тут поправил. Вот, но... Кажется, что людям не очень интересны файтинги, людям со стороны, зато здесь у нас, ну не знаю, человек, не знаю, сколько, 40, наверное. Да? Что-то типа полтора. Да, около 50, потому что по 30, если 5 на Street Fighter зарегистрировались, а на Street Fighter... Да, Street Fighter игра... Наверное, далеко не все. Street Fighter не играют столько же, сколько играют, наверное. Вот, короче, много народу. Группа номер один. С первого места вышел Кедр, 4 ЕКБ. Ну, красавчик. Нормально. Да, Фидос вышел из группы. Вот так вот. Фидос, который не игрок в СФ, вышел из группы своей. Вот в нашей группе. Окей, видимо, мы пойдем. А мы далеко и не пойдем, на самом деле. Вот тут вот мы будем играть, по всей видимости. Надо посадить кого и комментировать сюда. Да, я знаю, вот мы сидим здесь. Хорошо. Пусть батон садит. Видимо, мы будем... А Кьюдзи посадить. Кьюдзи сейчас? Плиз, да. Плиз. Он слишком солен для такого. Ну ладно. Рабикус тут ходит. Про тебя тут спрашивают твои фанаты постоянно. Что спрашивают? А кто у нас куратор? Ой, перестань, КМФ, перестань. Там наша группа более того. Здесь моя группа будет, мне кажется. А, то есть ты не хочешь посидеть? Я могу подменять тебя, когда ты будешь играть. Ну, конечно, изи. Сейчас я секунду. Так, ребят, а ты меня тогда сразу будешь подменять. Интернет. Как раз тебя покажут, у тебя тут ждут. Интернет, я пошел схожу за стиком, потому что я не знаю, где мой стик. Мистер Раш очень тебя любит. Ты же постоянно творение. О, Шраб, садись. Садись, Шраб. Садись пока. Я тебе тоже скажу за стиком, а ты будешь пока развлекать народ. Без проблем. Да, батон, хороший вариант. ФЛЦЛ. Ну тогда пока посидите, мы по всей группе отыграем. Садись там. Саня, как правильно твой ник читается? Шрабикус или Шрабикрус? Шрабикус. Шрабикус, окей. Да. Guys, я тогда... Это немецкая вышел, фамилия, да? Одного автора, ну не важно. Тут есть, давай, короче, давай. Сцены. Я не помню, какая, кстати, фуллскрин. Для... Ну вот, видимо, SF фуллскрин фристрин. И непосредственно где-то есть окно, в котором счет выставляется. Я не знаю, типа... Оно, сейчас покажу его. Вот оно. И вот, типа, так примерно и сидит.
И нажимаешь апдейт, оно автоматически да. пишет? Да. И круто. Потом делаешь full screen, короче, и все. Так, микрофон можешь поближе пододвинуть или так нормально? Да нормально, мне это нормально. Главное, чтобы ты вводил все это дело. Привет, интернет! С вами FLCL и Шрабикус, гость из Омска, который приехал, да. Поскольку сейчас играю Шраб плюс Афро, комментаторы. Привет, мистер Раш, и вообще всем привет. Сейчас у нас будет играться группа, в которой участвует Нон и Кей-Джей. И по сей причине нас посадили временно покомментировать это дело. Так, я сейчас... Да, Ники, вот она, можешь... Она прям... Вот, да? А мышь не работает, да? Мышь? Нет, вот работает только. Окей. Этой мышью Костя сказал, только можно стол вытирать. Стол вытирать. Итак, что мы делаем? Мы пишем имена игроков. Кей-Джей... Нет, первый, по-моему... нет. Кей-Джей и Грит Кун Лао. Они прям так сидят? Первый у нас OP Кей-Джей. Второй у нас... Супермен это Грит Кун Лао. Как я недавно узнал, Грит Кун Лао пишется... Отдельно. То есть не слитно. Слитно? Ну, типа, у него написано вместе. Напишу вместе, короче. Ладно, Грей Кунг Лао. Счет у них 0-0. Да вот минус. Все отлично. Все игроки знают. Настраивают, выбирают персонажей. Настроили вроде бы уже управление. Да, по-моему, нет. Мне кажется, сейчас будет ботанчек, а потом уже матч. Так, это можно свернуть, да, чтобы чат... Не, а. Где сцена? Нужная нам вот эта. OSF фуллскрин, да? Ну, типа, тебе не хватает такого расстояния? Если нет, не, мне хватает, Бобич. Итак. Можешь фуллскрин сделать, в принципе, посмотреть, Ника отображается. Evil Ryu и Ken. Прекрасно, ага. Evil Ryu и Guy, да. Посмотрим, что будет делать GKL, посмотрим, как его отфутсит KJ. Афро, ты знаешь, когда Overdraft играет? К сожалению, нет. Ну, типа, он, по-моему, не играл еще свою группу, но я думаю, его группа попадет на стрим. Залетает лайтовый Кокунетсу в хит. Так это батончек. А, это батончек? Я же говорю, батончек. Проверка батона. Проверка батона была в группе номер 2. А кстати, как батон проверился, нет? Проверился. Вышел? Проверка батона пройдет. Да. Итак. Куаншун, как всегда. Овер играет. Чего ж ты, Куаншун, сюда не приехал? Пошути себе. Да, да, Куаншун. Жалко, что ты не приехал. Ну ничего, приедешь еще обязательно. Итак. Все, теперь серьез бизнес, начинается бой. Выбирают персонажи, ребята, свою боевую раскраску, на которой они будут сейчас уничтожать друг друга. Сергей, как ты думаешь, матчап в чью пользу? Пользу Evil Ryu. Evil Ryu, ну посмотрим. Я знаю, как играет Грит Кун Лао, это... Грей Кунг Лао? Персонаж. Я всегда говорил, что Грей Кунг Лао играет как маленький Суприм. Кто-то знает, поймет шутку, типа вот. Он делает все то же самое, но больше дропает. Недавно мы с ГКЛом говорили, он сказал, что типа он сейчас по фану только играет, не серьез бизнес. Но все мы с вами знаем, как файтеры, короче, какой у них не серьез бизнес. Не было паниша слайда, хотя этот слайд можно было напанишить. Отличная ДП в оверхед. Перебивает оверхед. Да. Катается слайдами ГКЛ. И прыгает от стенок, не интерит его. Но при этом лайфлит уже весьма приличный у Кейджи. Было немножко попрыгушек. Ага, Йола ДП. Оно увенчалось успехом. Хорошая мити, но не конфермит на нее в комбу, ничего с ней получается. Еще одно ДП. Не уважает оппонента ГКЛ. Ну и я, говорит, не буду тогда. И сделал ДП на вейке Кейджи. Улетел в угол ГКЛ, понял ошибку, попытался уйти. Пытался сантерить его. ДП Кейджи не удалось. Вновь Кейджи в углу. Отлично, вышел оттуда, не конфермит, не конвертирует комбу. Странный слайд, который не попадает в хит по каким-то причинам. Очень было похоже. Да. Отлично, теперь если дропает Кей-Джей. Но это не конец. И Кей-Джей берет. Кей-Джей недовольно качает головой, но just deal with it and take it. А, довольно? А, он довольно качает головой. Дроп комбо это хорошо. Типа, хорошо, когда выигрываешь раунды, да. Раунд 2. Пытается на антисипейте, короче, антиерить ДП Кейджи, это немножко неправильно. Двуххитовый крауч мидкик от Гая. Идет в резет вместо комп. Весь в угле, да. Отлично блочит урхит, хороший паниш от Кейджи. Отлично, супер, офигенно. Почти сравняли ХП. А попытка дать мити. Ой-ой-ой, два раза слева и все, и нет. Два раза он съел командник, да, Изуну. Напомню, что эта штука присаживается, то есть по сидячим на вифе.
Но такой соблазн всегда встать в нее, потому что... И что-нибудь сунуть. Да, потому что из Demon Flip Гай может делать вот это плечо. Если ты под него садишься, ну, даешь френдату ему лучше. Чем если встаешь. Хорошее ДП. Однако ГК уже успел вырвать приличный лайфлит. Дайвкики. Шел фрейм трапить, но получил трейд. Да, XV ДП. ГКЛ сказал, хватит задепить ультра на вейке. Это смерть. Дождавшись полностью. Дождавшись до конца, ГКЛ напанишил. Это приносит ему первую игру. Посмотрим, как поведет себя KJ в данной ситуации. KJ выходит на... Характер селект. Выходит, да, на характер селект. Чтобы явно обдумать, наверное, данный матч. Есть время подумать, либо он сменит персонажа. Завезли либо... турнирную сетку. Она немножко на друг... Вообще не доигрались группы, очевидно, поэтому плей-оффа еще нет. Да. Да, даже моя группа скинут сетку. Не прошла. Сказали, под финал и завезут. Да. Итак. Что? Интересно же нам в этот раз покажет KJ. Уверенно стартовал, кстати, прошлый раунд KJ. Но ГКЛ немножко нарастил темп игры. И во втором раунде там было много ДП, которые вошли в хит и быстро лайфлит ему дали. Да, он играет в МКХ. Кто, играет ли ГКЛ в МКХ? Да, конечно, играет. Он очень любит Mortal Kombat вообще. Прям любит. Белый лотос. Да-да. Пока нейтрально играют игроки. Ну да. Вот первый хит от KJ. Да, катается слайдами, летает плечом ГКЛ. Не совсем грамотный геймплан. А вот здесь можно... О, отлично. Паниш, пул. А вот не я купилась, комбо, да. И... не дропнул. ДП дропает под конец. Но все равно переходит в прессинг. Отлично, хороший грим сетап. И не дропает комбо, это стан. Покопил немножко медера. Пошел в резет, отлично, контрхит. Возможно, не узнаем мы никогда, что там машил ГКЛ. Возможно, это было эксовое тацу, но тогда у него вышел бы эксовый дэш, если бы ему в другую сторону рассортокорректил, но у него не вышло ничего. Отличный блок оверхеда, но не напанишил. Напомню, что он минус 5. Это был не совсем паниш, но типа ГКЛ явно что-то хотел сделать. Да, снова плечика вводит ГК вперед. KJ снова весь в угле. Но ГКЛ думает, типа... Пожертвую углем и сделаю урон. Тратит весь супер. Решил он вложить весь метр. Не знаю, что решил. Видимо, раунд не последний. Первый раунд у KJ. Отличный бэкдэш, но... Да, начал панишить слайд, но не то. И последний бар, который накопил ГКЛ, сливает он в конце раунда. Что мы имеем? Evil Ru с полным метром. Посмотрим, как он будет вкладывать. Наверное, опять кара супер. Ну, хорошая опция, почему нет? Хороший там, это был не совсем вифпаниш, ГКЛ тоже полез, но явно рекавери у него было больше. Почти поймал на фокус-атаку, полез во второй левел фокус-атаки ГКЛ, где адвантаж был, съедает оверхед. ГКЛ, видимо, пытается комбить с него, но... Да, это плохой вифпаниш. Ладно, фокус-атакой перехватывает инициативу, отличный конферм, никаких дропов. Дропает ДП, но ничего страшного. Может, он его не делает специально? Нет, там нет смысла не делать ДП вообще. Нокдаун точно такой же, адвантажа никакого, хороший резет-бросок. Опасная ситуация. Не больше других, это... Да, и это 2-0 в пользу Грей Кунглау. Очень отчаянно и рискованно забрал вторую игру у ГКЛ. Сейчас играют Аш и Слон. Кто? Аш и Слон. Можешь... Слон, да, сразу, да. Ну, я не знаю же, где они. Все, да, на 3 экрана, спасибо. Вот. Ну, Грейт Кунглау, как всегда, показал то, что он играет несерьезно и при этом побеждает. Ну... Там было много сильных ошибок. Там, типа, особенно в последнем раунде, там два раза было. Там два раза ГКЛ делал плечо и не доезжал до оппонента, а KJ не навифпанишил оба раза. Он первый раз нажал крауч хардпаниш, второй раз вообще ничего не нажал, тем самым не перехватил инициативу. Да, и... на месте первого игрока у нас Ашес. Очень хороший гайл, я с ним поиграл, Asgrim. Мне очень понравилось. Asgrim, пардон. О боже, это Windows 8, наверное, да? Да, это Windows 8. Так, Asgrim, простите меня. На месте первого игрока у нас Asgrim. На месте второго у нас Non. Известный кастер и игрок из Тюмени, возможно.
который мейнит в основном Гукина и... Фейлонга. И Фейлонга, да. Чуть не написал «мам». Ой, будет банк? Нет. А, берет. Guy of A. Че ты сделал? Я не знаю. А где сцена? Где выбор сцены? Клик, наверное. Я все сломал вам. У нас сцена пропала. Вот все сцены, короче. Это просто другое. Где все сцены? А, закрыл, закрыл эту штуку. Вот этим? Пардон. Нет, закрой, она это типа превьюшка. No, yes? Не надо. No. Вот. Все, спасибо. Итак, не знаю, батон чек, я тут накосячил. Батон чек, скорее всего. Нет, не будет батон чека, сразу игра. Да. Фейлон Гайл, ну очевидно, Гайл... без метра это матчап очень сильно в пользу. Гайла. Да. Очевидно, матча в пользу Гайла, да, но один удачный чикен вин как Зовый может сильно перевернуть ситуацию, рандомный там был. Самосвал, не очень нужно было рисковать. Входит третий левел, да. Кстати, почему можно было сконфермить и продать все вперед, потому что видно было. Chicken отличный чикен-винг на вейке. Нет, дропает комбу. Дропает комбу. Гайл вообще должен играть от защиты и сейчас правильно все делает. Ну, но вот зачем Асгрим... он так прыгать, это не нужно. Асгрим справляется со своей задачей. Играет от защиты. Пытается подловить, но он... это был паниш. Да, хороший паниш. Не доедет, да. Не доедет, даже удар. Рэндж, и это был паниш, да. Уверенными панишами и дефенс-плеем Асгрим забирает первый раунд. Вообще, рэндж первой ультры Фейлонга всегда обманчиво короткий. Он всегда едет гораздо меньше, чем кажется. Шрабикус спрашивает тебя, играл ли ты уже. Еще нет, ребята. Шрабикус говорит, что еще не играл. Да. Всем передаю привет, атмосфера замечательная, все тепло. Но вернемся к бою, и лайфли сейчас у Фейлонга. Да, несколько удачных пок, в том числе сидячий мидпанч, сидячий хардпанч принесли лайфлид. Ну, посмотрим, как он будет отыгрывать матч с лайфлидом. Рисковать ему смысла нет. Ну, вот это была попытка прочитать хадукин, да, влететь с чикен-вингом. Соник Бум. Да, времени еще много. Один. Блайн мастер Гайло пишет стоп. Ага. Еще Соник Бум. Джампинг Клатч ставит флешки. Сейчас будет чикен винг? Нет, не будет. А, да. Не да, кстати, Джампинг Панч хороший ответ, действительно. А неправильный паниш мог забрать нон-раунд, но он... Просто выпрыгивает и нет. Просто да, и он рискует, на самом деле. Крупно рискнул сейчас. По-моему, можно было... Да, и первая игра уходит Асгриму. Там произошел хардбрейкер, где напанишил сидячим хардпанчом. Не знаем, запорол инпут или осознанно выбрал, но он эту опцию. Ну, пока счет в пользу Гайла. Да, 1-0. А разве смены персонажа разрешены, когда побеждаешь? Для победителей? По правилам Fighting Crew, да. А лузер пик есть, когда проигрываешь? Или нет? Ну, он есть, когда выигрываешь и проигрываешь, неважно, потому что играем по правилам Fighting Crew. Есть негласные правила хорошего тона и типа... Я просто не очень помню правила Fighting Crew, поэтому... Я всегда меняю, когда проигрываю, если мне натирают. Рош, говорит. Вон Шунг, и без шуток даже в этот раз, смотри. Так... Думаешь? Сейчас... Да, серьезно? Мне кажется, это не серьезно. Ага. Да, вот, вы мы увидели второго мейна Нона. Но этот матчап явно получше. В пользу Гукина. Но он не то что в пользу, сложно сказать. Он примерно равный, но он явно лучше, чем матчап Фейлон Гайл. Это бесспорно. И сразу заход. Насколько сильно? 6-4, что-нибудь такое? Вот, мне подсказывают, что вообще он в пользу Гукина. Отлично интерьер показывает. Асгрим тем временем сразу же врывается дэшем и бросает. Хорошая перри. Но он решил, что нужно вырываться как-то из угла. Выбрал для этого перри. Сейчас еще одно. Нет. Однако посмотрите, как интересно Асгрим перестроил геймплан и начал играть от нападения. Потому что, ну, сложно играть от защиты этот матча против Гукина. Гукин хороший. Его перезонит по-любому. Да, осталось совсем и чуть-чуть его. Это в хит съел, по-моему, насколько я могу судить, но. Потому что в чип убивал только со второго хита. Да, это в хит. Да. Комба, о, снова. Хорошая комба с прыжки, отлично. Второй раунд подряд, кстати, Асгрим делает ставку на впрыжку. Но он вот не респектит ее и... Пытается взять игру в свои руки. Ну да.
Хороший. Фуцис пошли отлично. Вообще на Фуцис типа ну не сильно проигрывает. Лукин, у него инструментарий меньше, но при грамотном использовании там слипа того же или вперед мид ноги и сидящего мид панча можно отыгрывать нормально. Вот лайфлит у Гукина. Хороший air-to-air, вообще отлично, причем, да, да, видно было, что на реакции, но он сделал это, он прям поднялся в воздух, когда увидел прыжок. Там был, по-моему, крауч-тек с мид-ногой. Где будет, можно у других игроков сделать гипсом. Сейчас пойдет весь метр, который есть. Да, трейд не очень в пользу Гугина получился, хороший командник, нужно чем-то чиповать. Запорол мити. Все. Да, GG. А, странную опцию выбрал на самом. Ну, типа, хорошо, что он выбрал ее, но. Сказываются нервы у игроков. Ну да. Потому да. Что я вчера играл с ноуном, фриплеил, и я просто отхватывал все. А, Грейн Хуглау ноун будут играть у нас сейчас на стриме. Ноун теперь, похоже, у нас на месте. Ноун у нас теперь, похоже, на месте первого игрока будет. Играешь уход голубой, и челы, и Грейт Кунглау. Грейт Кунглау тем временем будет играть у нас на месте второго игрока. Потому что матчапи против... Да не знаю, все оба персонажа хорошо играют, типа против Га... И против Гая, ну типа и против Гая играют хорошо, и Филонг, и... Гукин. Мне кажется, Гукин будет более лучшим вариантом. Мне кажется, но он Гукину более лоялен, и в ситуациях, где матчапы примерно равны, он берет Гукина. Давайте посмотрим. Так, что-то произошло с джойстиками. Хорош 2, хорош 3. Так-с. Будет ли интересно батон-чек? Давайте включим на полный экран уже. Нон и Грит Кунлау. Угу. Сложно сказать, кто выиграет. Фейлонга берет нон. А, отлично, значит будет стараться переигрывать на Фуцис, на контрпоках и так далее. Потому что с этого он может много урона выжить. Но он сможет это сделать, если есть знание матчапа. Кого? Да, конечно. Да. Так, это у нас, по-моему, батон-чек. Судя по тому, как не уверенно фуцит оппоненты. Да. Да, это был оппонент. Ой, оппонент. Это был батон-чек. Где там мой стикер? Оппонент-чек. У меня, видишь, у меня место... У меня буфер очень сильно забит сейчас SF-ом. Мне сложно комментировать. Сабвуфер? Да. Типа вся временная память забита стритфайтером. Мы видим, что плей-офф уже идешь. Ты-то не отыграл на чистую группу? Нет, моя уже пендри была на полице. Да начнется битва. Второй раз уже 2-1 его выигрываю. Все, теперь у нас serious shit. Начинается... Всех первого утра и... Ну да. Ну... Посмотрим, как поведет себя Фейлонг, потому что, мне кажется, Гай в этом матчапе должен лидировать. Я не согласен, типа, ну... А что он ему может дать на таком рейнже, на котором Фейлонг не может контрить? Гай не может его отспейсить особо. Пытается антиэрить этот локоть, который очень сложно антиэрить. Сжирает оверхед. Да, и лезет туда, куда нельзя. Как раз то, что я говорил про знание матчапа. Прессинг Гай, а Гай просто... Да, отлично там, кстати, ворвался ГКЛ с трейда. Трап шикарный был с МК. Да, шанс был камбэкнут. И еще один съеденный оверхед. У него какой стартап у этого оверхеда? На реакцию можно заблочить, стартап не знаю. Не подскажу точно, но судя по ощущениям, что-то кадров 17, наверное. Да, 16-17. Блин, какие-то магические слайды сегодня, как-то заезжает ГКЛ ими так, что вифает. Хороший паниш был сейчас. Вообще у Фейлонга тем временем очень хорошие паниши вообще. Потому что он сидячий лайт панч, в общем-то, может комбить в хардовую реку. Урон он выжимает с любого паниша хороший. Ой. Там был странный чикен винг. Но который да, и очередное ДП, ДП-тацу от ГКЛ. Пытается влазить туда, в его локоть какими-то нормалами нам. Не очень у него получается, но на приземлении старается перехватывать инициативу. Да, второй хит экзо и рэки сейф.
Он пытается прыгать, когда думает, что будет локоть, но я бы не советовал ему этого делать, потому что Гай может бросить тебя. А, хороший бросок, не знаю, что там хотел сделать. Ой, пытается. Да, не ожидал никто Вифа ДП. Вау, влетел Экс-Вейрек и Экс-Тацумаки. Хороший ДП фац, но зачем-то он сделал бэкдэш назад, с дэша вперед и чикен. Отличный крауч мидпанч был, отконтрил локоть. Пытается он антисипетить, нельзя против Гая делать. И хороший паниш. Да, 1-1. Да. Раундом. Пошел в риск и слил метр ГКЛ во втором раунде. На паниша. Нам любого паниша хватило бы, чем и воспользовался Нон. Типа, Гай такой персонаж, нельзя на антисипейте антиэрить его врыв с локтем, потому что он может отменить вертикальное падение в любом месте. На антисипейте нельзя. Хорошо. Нужна реакция. Отличный тэк, что будет, ничего, пока ничего. Да, пытается выбираться из угла слайдами и своими демон-флипами Гайл. Он не антисипейтит, он метр копит. Но это очень смелое предложение, при том, что нельзя копить метр такой штукой, за которую тебя могут наказать. Да, вот магические хитбоксы локтя. Okay. Можно было рекой вифпанишить вот это вифнутое плечо, не воспользовался Нон. Оверхед. Отлично, засейфил себя и пошел в бросок. Хороший кроссап, комбу не дропает, и совсем крапаль остается у ГКЛ. Либо чип, либо паниш. Да, давай, да, изуна дроп. Ага. Пытался, по-моему, еще разок кинуть ГКЛ. Там, по-моему, у него ко всему ингулю есть у чикенвинга. Не уверен насчет всего. На стартапе, может быть, ко всему есть. Типа, но там точно полный хадукином ко всем. Там... Не будет смены персонажа. Ну да, сразу же. А я тем временем поменяю счет. Счет у нас. Один в пользу. Счет, кстати, 1-1, по-моему. А, нет, 1-0 в пользу Нона. Да, действительно, я вру. Вот. Очень агрессивно начал Нон играть. Там хорошая комба была с мидпанча. Сидячего. Попытался бросить. Хороший паниш за слайд, но не слинковал он последний нормал, поэтому не смог сканцелить в реку. Чикен Винг, он... Бэкдэш, хороший паниш. Да, норм, ну, сойдет, да, метр немного зря потратил, но норм. Рандомная ультра. Да, и паниш. Паниш с випом, чего, в общем-то, хватило для того, чтобы добить. Матчпоинт тем временем у Нона. Хорошая идея. Да, отлично. Это ближняя хард-нога, просто волшебная. Комба. Отличная комба. Просто хороший. Офигенная, да. Бросок. Сейчас близко к стану, очень близко. Угу. Сейф. Не хочет забросил. Он. Ну вот теперь стан начал спадать, да. Стана теперь не будет. Вот опять пытается он найти ДП, не очень хороший ответ. Фреймтрап в третьем хит, пошел рисковать. Очень странно у нас играют игры. Отличная комба с ближнего мидпанча, потом линк сидячий лайтпанч. В смысле, сидячего мидпанча. Опять пытается антиэрить ДП. Да. О, хороший был фреймтрап, но не сконвертировал ГКЛ. Очень-очень рискованно. ГКЛ может только ультра спасти. И Нон забирает. Да. Что ты сказал, я прослушался. Экран сделай. Да, три экрана. Так, и 2-0 в пользу Нона. Фейлонг молодец. Дальше у нас играет... Киджей и Азмус. Азгрим. Блин. Да, ну. Азгрим. Азмус. Так, на месте первого игрока у нас кто? Азгрим, да? Азгрим, да. Киджей второй. Сейчас там. Да, на месте первого игрока у нас Азгрим. Очень хороший Гайл. На месте. Но, возможно, он будет играть бланкой против KJ. На месте второго игрока у нас OP KJ. Что значит OP? Оранжевое пюре. Orange пюре. Пюре. Как правильно читается, хамушка? Пюре. Пюре. Как обычно. Да, у нас батончек. На это. Не, они, наверное, играть-то сразу начнут. Они просто настроили себе. Бланки не будет, будет Гайл. Гайл, да? В этом матчапе, в принципе, мне кажется, равно. Ну да. Ну, типа, если я говорю, врывается и находит
момент, где вскрыть можно Гайла, у Гайла очень все плохо. Ему приходится идти на риски, чтобы выходить. Оранжевый пиросмиска. Нет, не любой. Чинли, например. Она даже когда в угле, она может отпокаться оттуда спокойно. Ей не нужно рисковать, учитывая ее дерьмовые реверсалы. Комба, который делал Азгрим, прошу прощения. Да. Попытка сантиэрить еще одна была. Не стал заканчивать комбу. Киджей пошел в бросок и может кара запорол. Может хит-стан пошло. Второй хит он съедает подсечки. Рановато дает бросок. А Азгрим. Да, резет еще один бросочек. Будет сейф-джамп? Нет, не будет. Попытался поймать фокус-атаку, сравнял хп Киджей. Встроенный фреймтрап, и сжирает он самосвал. ДП отчаяние. Отчаяние и фокус-атака. Да. Да, хорошо, хорошо впрыгивает. Нервы сказываются и все. Ну да, отдал он там момент, когда мог забрать. Но он очень хорошо впрыгивал на Гайла, отлично впрыгивал с кроссапами, так мясисто. Перебивал флеш-кик. Да, да. Не автокорректил флеш-кик, он его перебивал. ОДП, намешал ДП. Ну, он не то, что намешивал, он намеренно сделал. Ну, хорошо. Трейд в пользу Гайла. Идет он в бросочек, да, кладет Эвилрю. Немножко влагнул. Хорошая комба, no drops today, никаких дропов. Отличная Мити, отлично, дает стан. Сейчас нужно максимальный урон, во что, собственно, KJ идет. Если он не дропнет, он накопит кучу метра, еще и... И чипует экзовым, да. Экзовометром, который только что накопил. 1-1 по раундам, да. Очень уверенный раунд был. Вот, собственно, да, о чем я и говорил, если врывается Эвилрю, очень-очень опасно. Гайл плохо. Ну да, ты типа, там приходится идти на риск, но если ты не угадываешь пару раз, то... Можно было сделать фул фокус атаку, что я люблю делать, но игроки не стали. Очень хороший air-to-air. Отошел назад, чуть-чуть видно было, побейтил KJ самосвал. Три свипа подряд. Ну да, не влез в них. Попытался чем-то сантиэрить, KJ не успел. Лайфлит у Азгрима. Приземлился он прямо на Sonic Boom. Немножко начинает отдавать дистанцию. Отличная фокус-атака второго левела. Дропает с комба, панишь самосвалом. Снова ДП на вейке. Дропает линк Азгрим. Может быть, это будет стоить очень много. Не пошел в ультру, потому что она все равно не добила. Лайфлит все еще у KJ. Вот теперь нет. Перестрела, все. И... Что-то произошло не так. И... Да. Как говорил Зод, что-то пошло не так. Нервы очень сложно. Ну да, офлайновые турниры. Это не то, что онлайн. Опять та же самая комба со старта, это четвертый раз подряд. Угу. Смотрите, какой же огромный лайфлит у Азгрима. Просто один удачный рит в начале раунда. Хороший air-to-air. Я заметил, его едят все. Ну да. Хороший ДП в этот раз достал, хардовая была. Тут хороший самосвал, отлично. Сжирает этот Sonic Boom. Фокус атака блок. Угу. Пытается отфуцать, но отлично зашло в контр-хит и дроп у гамбы, да. Да, это, кстати, по-моему, даже паниш Хадукина был в блок. KJ кивает, говорит, да, это был паниш. Прыгает на самосвал. Да, так и есть. Да, ДП, не на паниш, а в ДП Азгрим. В этот раз air-to-air проигрывает, хорошая фокус-атака. В этот раз нет дроп комбы. Хороший урон. Посмотрим, что даст. На вейк дал панчи. Хороший паниш, да. Ну, стан. То есть паниш-то не очень хороший, но то, что стан дал, дропает с комба. Очередной самосвал от Гайла. Хороший нейтрал джамп мидкик. И хороший, да. Явно, ну, типа, на риде, по-моему, делал он, потому что знал, что чем он будет выходить, ну, да, оттуда. Да, да. То, что в блок он бы не убил, если просто подлочил, он бы рискнул. Снова прыгает он в этот раз на экзовый самосвал. Азгрим для уверенности делает экзовую версию, чтобы наверняка... Бейт не было, бейт. Да, дал ему Мити крауч мидпанч. Сойдет, нормальный. Дисент лифтпанч. Пытается бейтить фокус атакой, что у него неплохо выходит. Да, выходит неплохо, но потом KJ... О, отличный конферм, да. Джагл. Да. Прыжка нормальная, но это Гайл, у него рекавери весьма мало на Хадукина. Отлично отпускает. И отлично, вторую ультру. Посмотрим, убьет или нет. Да, всегда много урона дает. А вот так вот. И это смерть. Решил сделать тацию.
А, сейчас нужно счет поменять. Сложный выбор, давай ты выберешь. Кинь монетку. Ну, типа, хамушка сам как монетка. Тем временем Киджи уверенно забрал. 1-0 да, в пользу Киджи. Сейчас я обновлю счет. Счет не один, разве 1-0? Мне казалось, да. Счет 1-1. А, там ведь счет 1-1, да? 1-1. Да, апдейт. Я провафлил там счет. Немножко заговорились. Да. Ну просто да. Очень напряженные бои, все дропается. Да. Все пошел играть больше футси, меньше Йола, самосвалов, Асгрим. Отлично, 3 дальних мит-ноги подряд, почему нет, там же лоу-краш. Хороший кара-бросок. Бейтит на вейке всякие вещи, Кей-Джей. Отличная фокс-атака в контр-хит. Не дропается комба. Без дропа. Да, попытался, кстати, еще сантиерить, по-моему, потом Кей-Джей, но не успел. Лайфлита Кей-Джей, посмотрим, как это реализует он. Фокс-атака, да, рассчитывал на второй левел Кей-Джей, продошелся вперед. Телепорт, который не напанишил Асгрим. Ожидает реверсала, потому что Кей-Джей дает панчи, чейны, трублок стрин. Сейчас будет очень много соник бумов. Отличный свип, как реализует. И вифпаниш Хадукиным. Теперь матчпоинт у Кей-Джея. Вперед, Кей-Джей. Соник... Да, господи, из-за рекавери бэкдэша очень... он там съел экзов и соник бум один. Очень много соник бумов. Ну почему нет? Ну да, как бы. Зонинг явно у Гайла лучше. Вновь делает фокус атаки. Кара фокус. Бросок. Да, был. Бросочек отличный. Хороший лоу на вейк. Еще один бросок. Не хочет отпускать. Накомбил он два мидпанча. Или не накомбил, тут лагает. Да, пошел футсис. Стрим подлагивает немножко. Да, ну ничего страшного. Да. Почувствовал, о, хороший антиэйр от Асгрима, попытка бросить была, отличное ДП, и хороший и паниш, все. Да, это не дропает комбо Кей-Джей, Кей-Джей выигрывает 2-1, поаплодируем, это был очень солид бой. Сейчас снова будет Кей-Джей, да, и Костя вообще хорош. Так, мы пока включим лица нас и лица игроков. Которые вам, может быть, еще не надоели. Феденька. Да. Отлично. Да, группы, видим, долго еще эти будут. Все любят Street Fighter, видишь? Анимешные драчки. Самый классный файтинг на свете. Да, и так. У нас тут Эрью панишит флеш кики. Чем? Как вот эту штуку убрать? Какую? Поставить видос 7. Да, это хороший ответ. Станем фирсом. Это нормально, да. Типа, когда Кей-Джей панишил дальним хардпанчом, там было очевидно, что он пытался подойти и дать ближний хардпанч, но он плохо рассчитывал дистанцию, не доходил чуть-чуть, у него постоянно дальний выходил. Может, он не учитывал, как хёрдбокс у Гайла там. Короче, да. Кей-Джей у нас тем временем на месте второго игрока. На месте первого у нас будет сейчас Нон. Посмотрим, кто... Ну, Кей-Джей у нас... Характер лояльности, он играет за Эвидрю в основном. А Нон, как вы уже видели сегодня, может показать нам и Гукина, и Фейлонга. Он не контрпикает, нет? Только за Эвидрю играет? Да. А зачем за Эвидрю контрпикать? Где Away компания? Away пошел на угол. Итак, начинают вам сразу играть игроки. Слушай, Фанк хочет... Кидают Хадукины. Но он... Будет очень много фаерболов, хотя нет, да. Кей-Джей не... Отличный крауч мидпанч, который сантиэрил Гукина. Сразу же поднимается в воздух. Немножко проседает у нас тут стрим. Резет в бросок. Опять комбу не стал заканчивать. Напомню, что вообще у Гукина отличный свип. Он весьма резкий, он сейф, в отличие от большинства свипов в этой игре. Отличный антиэйр дальним мидпанчом за Гукина. Попытка накомбить на контрхите, но там контрхита не было. Хорошая впрыжка, жизни совсем мало остается, но вейкает он, это был не сейф джамп совсем. Пытался зачейзить бэкдэш. Эта штука панишится, попытался Кей-Джей, не хватило дистанции. Прессит, хочет забирать этот раунд. И отличный антиэйр в исполнении Нона. Что у нас проседает вообще катастрофически. Очень проседает. Да, очень проседает стрим, но ничего с этим поделать не можем. Ну, отлично наказывает. Отличный бросок, да. Дает лоу на вейк, снова бросает.
Пара бросков и такой урон. А теперь задний бросочек от Гукина. Напомню, что в отличие от большинства других персонажей, то есть в отличие от всех других персонажей, у заднего броска стартап 5 кадров. Там окно на канцел немного другое. Хорошая фокус-атака. Дропает камбу. Но не было соответствующего паниша от Нона. Попытался он там... Его просто прессит. Ну да, миксап на миксапе, отлично. Попытался там Куцис. И ДП в реверсал. 1-1. Забирает раунд, да. Леша, с этой самурай слышишь выдачу? Да, конечно. У меня с собой даже скидочная карта есть. А у вас стрим лагает, что ли? Да, я понять не могу, типа. А, Хамушка, к кому можно обратиться? У нас сильно стрим лагает, прям пипец вообще. Вы можете его как-то позвать? Ты можешь Волка позвать? Скажи ему, что стрим очень сильно лагает. Прям пипец вообще. Мне кажется, надо комп перезагрузить. 5 баксов. Люди предлагают ему сабскрайб. Подпишитесь, и будет вам. И будет не лагать. Да. Вообще близкий очень бой. Комбо еще не дропает KJ. Прессинг. О, паниш. Это был паниш. Да, скорее всего. Флэш перед Хадукина, Кей-Джей. Непонятно, что там трейд. Нам такой стрим не подскажет, чем был трейд. Оба игрока немного нервничают, не идут в нападение. Зонинг. Дают друг другу чип дамага. Чуть не оседлал там Хадукин, Кей-Джей. Это была впрыжка, но мы не узнаем, с чем это разрешилось. Еще одна впрыжка, ее сантерил. Гукин, отлично. Гукин резко оказался в воздухе. Лайфлит все еще у Кей-Джея, но не такой большой. Окей. И это паниш. Это был не паниш, это был рандомный реверсал. Загрузка ЦП сколько? И я так понимаю, 1-0 в пользу. Хроны фантазмы. Я не знаю, как на этой винде что делать. Короче, стрим лагает адово. Найдите Волка, пожалуйста, зот, если есть возможность. Счет, напиши 1-0 в пользу. Кей-Джей нормально. Гей-Джей, да. Или гей-гей. Хард-гей. Хард-кей-Джей. Может, у вас на бэкграунде включен стрим тоже еще? Нет, вроде. Давай посмотрим. Ну... Да вот, нажми сюда, тут дэшборд. Это вот тут? Да. Нет, не включено. Не включено. О, как дед-то зарядил. Да. А потом вторая... покомбил. Ну почему покомбил? Потом нет. А. Я, наверное, скоро пойду играть. Блин, мне надо вернуть. Дед просто кушает. У тебя особая любовь к этому персонажу, потому что он на Джинпачи похож, да? Да. Дед насильник, только я добрый. Я так и подумал. Добрый дед насильник. Добрый насильник. Мудрый еще. Капец, вот есть две халявные группы. Почему я не в одной из них? Ну так всегда же. Это... В смысле, легкие? Да, и там, кстати, хорошая была впрыжка, попытался сконфермить, но дал сидячий хардпанч Кей-Джей, не хватило ренджа и навифанишил его за это ноль. Хотя это был отличный шанс на камбэк. А счет ведь, подожди, счет 1-0 был в пользу Нона, да? Нон выиграл один раз. Нон, да? Ну да, у него один вин написан. Нет, в смысле, Нон же выиграл один раз. Короче, я запутался со счетом, простите, пожалуйста, мне тут все еще лагает, я отвлекаюсь. На стриме остался я совсем один. Блин, ну что-то вообще кадры дропают. Да, действительно, так и есть. А, простите, пожалуйста, мы пытаемся решить сейчас ситуацию с интернетом, понимаем, что это совсем несмотрибельно. Можешь стрим перезапустить просто, давай попробуем. Ты посмотрел? Я ничего не буду делать, потому что, типа, ну, я сейчас сделаю что-нибудь, напортачу, и потом скажут, ой. Посмотреть хотя бы загрузку, а перезапустить стрим это... Я не знаю, как Космерк что делать. И, да, Нон забирает... Диспетчер. Нон забирает игру 2-0. Кей-Джей очень недоволен тем, как он отыграл. Особенно, видимо, игру, когда ему там... Хамушка, ваша группа доигралась, да? А, окей. И, наверное, у нас небольшой перерыв. А что такое одна дисциплина с теми, или еще какие-то стримы есть? Нет, у нас одна дисциплина. У нас не перекрывают основные дисциплины друг друга. Это... Да. Ну, короче, сейчас уже стрим лагает вообще инфернально. Я не знаю, делать еще не с этим. Типа, я все равно встаю отсюда. Вы его перезапускали? Нет. Я вообще, я нажал, короче, Ctrl-Shift-Escape, увидел, что там восьмерка, обосрался, и все, позовите его. То есть, тормозит тут картинка, вы эксплитите непосредственно.